Всем привет, ребята! Сегодня 19 августа. Снимаю маленький репортаж. На носу осень. А тут гуляет детвора. Да, помахайте всем на видео. Нашим ребятам, подписчикам. Самуил тут, Ева, Анюта в гости пришла к нам. Вот такой мини-репортаж хочу показать. Вечер уже. 7 часов. А показать не хотите, что мы будем продавать? А вот наша Люся. Ой, красавица, кошка большая, крупная, умная очень. Как человек. Хочу показать. Сегодня яблочный спас. Праздник. И как раз к месту хочу показать, сколько яблок в этом году. Просто вот, смотрите, падают ветки. Ломятся. Ветки ломятся от яблок. Сколько всего. Вот, смотрите, еще вот такая яблоня. И вся в яблочках. Ветка аж наклонилась низко-низко. Наклонилась. Из дерева. В яблоках. Конечно, они сильно гниют, падают, пропадают. Не дозревают до конца. Вот. Там вот орех. Вот это тот персик, который мы высадили с теплицы. Случайно попала косточка. Смотрите, персик. Вот такое деревцо. В этом году оно очень выросло. 2,5 метра, наверное. И вот буквально там пару кустов, точнее веток, дали вот такие красивые плоды персиков. Как-то вот именно пару веток и все. А то... Все дерево еще не очень цвело, но первый год оно зацвело, и вот эти персики, они смогли вызреть. Потому что много подпадало, пропало, а эти вызрели. А вот, смотрите, опять-таки хочу показать красоту яблочную, порадоваться вместе с вами. Не знаю, смогут они вызреть эти яблоки, они падают, гниют, но порадоваться, пока осень, тепло. Впереди зима нас ждет, холодная, и неизвестно еще что. А вот пока вот такая красота, посмотрите, как красиво. Ветки прям наклонились, яблочки. О, вообще здорово как. Ну, а огороды мы в этом году запустили в связи с войной в Украине. И было не до огородов. И как-то так вот, вот теплица в таком запущении в этом году. Я ничего никогда, ну, в этом году я ничего не снимала. Вот не было такого момента. На душе тяжело было. И не до этого. Огурцы немножко посадила, они пропадать стали. Тут вот виноград разросся в теплице, надо пересадить. Вот и огурцы в таком состоянии нехорошем. Вот вообще пропал. Помидоры немного натыкали. Рассаду покупали на базаре. На всякий случай немножко посадили. А вот смотрите, какой крупный розовый помидор будет спеть скоро. Попадали, я их даже не подвязывала. Шпагат раньше был 45 гривен, вот такая веревочка. А в этом году 245. Поэтому особо не хотела ничего делать. Вот так вот такое понарастало всякое. Вот один огурец, который меня радует в этой теплице. Сегодня сняла 5 крупных огурцов. Хороший такой. Тут вообще он клеенка содранная. Тоже немного помидоров насадила, попадали они. Там малина раз. Ну, короче, все заброшено почти. Опять-таки на огороде
посадили немного грядок на первое время, капусту раннюю. Хорошие кочаны порадовали, удивительно. Вот, вызрели хорошие кочаны. Там немножко кабачков. Вот, эти тоже рассада помидоров, кукуруза. Сейчас ломаем, варим. Ну, совсем, совсем всего понемножку, совсем. Но хорошо и за это. Лучше, чем ничего. Так, что-то вышел на огород, вырвал. Тут квасоля вот плетется. А подсолнухи сами понасевались и цветут. Сейчас поднимают чуть-чуть настроение на заросшем огороде. И вот тут розы в том году садила. И вот смотрите, сиреневая роза опять расцвела. Второй раз в этом году. Пастельно-сиреневая. Вот. Так вот, не передает цвет. Солнышко падает, но, наверное, плохо видно. Сейчас цвет. Тоже вот должны новые розы зацветать. Старые отцвели. Тоже второй раз должны розы зацвести к осени. Пруд заброшенный. Вот такой весь. Тоже. Ой. Такой траур на душе, что ничего не хочется, но так чуть-чуть. Чуть-чуть чего-то. Вот хороший помидорный куст такой. По чуть-чуть посадили. Тут у меня высадила голландскую цветную капусту, брокколи. Смотрите, удивительно. Так она быстро прошла в рост. И поросла. Хорошая такая. Вот, но завелась белокрылка. Надо опять обрабатывать кусты. Тоже такое. Как говорится, шкурка вычинки не стоит. Ну. А там все в бурьянах. Даже и не косили особо в этом году, потому что опять-таки бензин стал в два раза дороже. Был 29 гривен, стал 50 с копейками. Вот. Так что вот это такое. Все везде в бурьянах. Вот такой маленький обзор нашего хозяйства. Вот тут подсолнух разросся. Чернобрывцы садили. Такой мини-обзор. Так что всем, ребята, пока. До новых встреч.